Ну, я не знаю, ну, взагалі, то вони Бога свого не мають обманювати. Ну, як, там це ясно показано. Авраам не хотів, щоб уничтожили город, в котором жил его племянник. Поэтому он такой, ну, если 50, не убьешь. Йехова, хоба, говорит, не-не-не, не убью. Ну и дальше он снижает, остается 5. Вот эта вся история, она развенчивает миф о всеведущем библейском нечте вот этом. Потому что если он всеведущий, он бы сказал так, Авраам, в городе праведный только Лот и семья его. Все. И Авраам такой, а если... он сказал, да не, нету 50, я уже посмотрел своим зрением, нету. Причем это он мог бы сделать, даже если бы он не был Богом Всевышним, а если бы он просто даже ясновидящим был бы. Я хоть не ясновидящий, но если я хорошо постараюсь, я могу посчитать, сколько в Одессе праведных, где они живут, и даже прямо адреса по карте составить. Потому что энергетическое излучение от людей и фантомное, которое остается, можно это все отследить. Просто что, во-первых, я не ставлю для себя такую задачу, мне нужно и археологию изучать, и вот с вами общаться и так дальше, и ну, много чего нужно. А вот если человек по-настоящему будет ясновидящий, тренировать все эти возможности, то посмотреть, сколько в городе праведных, если они там вообще и так дальше, для человека не является сложным. То есть Йехова-Вехова вот это, оно даже тупее человека, по сути дела. Ну, вообще тут демоны, вони ж мають такі якісь здібності. Ну, да. Больше того, поскольку он сам лживий, то і його легко обмануть. Поскольку он і є ложь, по суті дела, то і його легко, і його народ постоянно обманывает там. Начиная от первой главы и заканчивая последними главами. Вы же это тоже можете вспомнить. Как вы ее читали? Я читала и слепыми очима христианами. Вот просто я прошу, вот так как вы читали Библию, не надо читать ни один языческий текст. Его нужно читать с открытыми глазами и включенными мозгами. Так где это находится изображение? В Одессе. А где? Оставляю практическое задание определить. А вот, кстати, там же присутствует... Сначала вот еще привожу американские изображения крылатого солнца. Заху. Это из Центральной Америки. Угу. Там это использовалось как щит, с которым изображались боги. А с этим щитом изображался Кецалькоатль, Уицелопочтль и Цискатлипока. Кто есть кто? Кецалькоатль – это Всевышний? Нет. Кецалькоатль – это Стрибог. Стрибог. Уицелопочтль – это кто? Это Хорс. А третий что? Я тоже это говорил раза 4. Говорил? А Цискатлипока – это местный эпитет Всевышнего. А такого я не чула. Как ты говорил? Ну, может. Говорил это, когда мы тогда с Курославом втроем на Купалу медитировали. Мы тогда говорили о отличиях сефардов, ашкенази, о ихних битвах всяких между собой. Это говорила. Ну, и когда мы начали такую тему, как богознабство, разбирать, там мы добрались и до некоторых аспектов мифологии. И чуть-чуть прошлись по... Ну, кто такой Тлалок, помните же? Ну, Тлалок, по-моему, все лично. Ну... Тлалок – это Велес.
Так вот, это изображение Великой Матери с того же здания. Вот. Да. И Белобога, и Чернобога. Или Истанбога, и Числобога. В форме животных, прислуживающих. А почему или? Ну, потому что здесь не совсем понятно по иконографии. А по иконографии часто она изображалась в окружении четырех животных. Дальше мы это увидим. Вот здесь мы видим самые ранние прототипы данной иконографии на трипольской посуде. На одной посудине изображена Всематерь, на другой посудине изображен знак Великой Матери. Дальше мы его тоже будем видеть. А вот это... Да. Это они. А в виде сфер, вероятнее всего, Истанбог и Числобог. А вообще по обе стороны еще два знака Ротари. Тут? Да. Ну, в сферах. Да. В концентрических кругах, что означает, что это также знаки Солнца и годового цикла Земли вокруг Солнца. Тут стихи всего. Здесь сравнение иконограммы с трипольской посудины и иконограммы со скифской чаши. Дальше мы увидим скифскую чашу. Здесь я просто стрелочками соединяю. Это трипольская, а там и скифская. Да. Ну, это мается новая здесь вся. Ну да, трипольская. Я же пополам порезал их и стрелочками соединил. Аналогичный сюжет. А вот это? Вот эти полосы. Ну это типа от нее вообще, смотрите, это с одной стороны изображение матери, с другой стороны изображение фонтана. То есть это показывает, что в Триполье было такое явление, как фонтан. Фонтан в форме Великой Матери, из которой проистекают реки Тифон и Тифонида, и из которой проистекает все мироздание. Наличие фонтанов – это уже достаточно высокий уровень технологии и цивилизации. Это значит, что есть водопровод и так дальше. И если мы возьмем еще шумерские тексты, то там описаны... деревья, из которых течет вода. Те путешественники шумерские, которые пребывали в Арату, они видели деревья, из которых течет вода, вместо листьев и веток. Понятно, что это описание фонтана. А вот здесь изображение матери в форме фонтана. Снова нужно понимать, что это очень символическая иконография. Без включения нейронов не справится. Посему надо рубильник и вперед. Видите, то есть, несмотря на абсолютную разность стиля, и идея с занятушками. Ну вот смотрите, вот там вот по обе стороны от нее сферы сверху. А здесь по обе стороны от нее такие солнечные знаки. Вот. Вот сфера, вот солнечный знак. Дальше вот от нее исходят завитушки вот эти. Вот тоже здесь эти завитушки. Вот она руки в обе стороны распростерла в знак того, что она же является дающей рукой, живой и забирающей рукой Марой. И вот здесь тоже, но здесь она еще в благословляющей позе их держит. Но в принципе идея, что расставлены в обе стороны руки, тоже сохраняется. Вот непосредственно сам предмет, на котором изображена Всематерь. А вот я уже здесь привел, так привел, разнообразные другие скифские изображения Всематери. Вот на этой посудине мы видим, как очень качественно
прорисованное изображение Всематери. Здесь очень так некачественно. Но, как мы видим, иконография соответствует. В принципе, вы на шее такую же иконограмму там носите. Так-то похоже. Вот. Дальше мы будем видеть более точные соответствия иконограммы. Это тоже? Да. Там оно выдавлено. Это лик. Лик и крылья, и ноги. Крылья такие, и ноги такие, не дуже великі. Ну, ноги в виде завитушек, в виде... Ось вона так, в обычном стане. Нет, просто накладки эти разные, разного размера. А это что? Ну, это части одежды скифской. Нашивки. Нашивки. А, это нашивки. Да. Это серьги, а это нашивки. Угу. Вот здесь у нее и два животных, видите, вот мордочка животного, mm-hmm. вот там сидит оно, то есть как бы... Здесь тут. Да. Это так, что вас благословлял Бог Луны, это не по теме. А вот еще сколько все этих нашивок. А вот это прекрасный вообще, прекрасный предмет. Это шапка такая княжеская. На шапке, во-первых, роги изображены, завитые такие, как на сооружении в Одессе ранее. Вот. Ну, все роги. Да. Видите, одинаковые. Да, однаковые. И в шумерской иконографии богов на их коронах такие же роги. И в египетской иконографии. Княжеская иконография. Да. Это княжеская шапка. Ну, типа, не скажу, что корона, потому что короны скифские другие. Но а ось це? Это цветок матери. Это получается, это развитая версия вот этого знака.